Всем привет, меня зовут Раиль Арсланов, автор канала «Хижина музыканта», на котором прямо сейчас более 1,5 миллиона подписчиков. Чем мы сегодня займемся? На ютубе есть классная функция, которая показывает, кто на тебя подписан из крупных других блогеров и звезд. Но есть одна оговорочка, многие блогеры скрывают данную функцию, чтобы никто не видел, на кого они подписаны. Мне безумно любопытно, кто же на меня подписан. Ребята, как вы думаете, напишите в комментариях. Из любой сферы. Автоблогинг, бьюти, лайфстайл, музыка. Кто подписан? Итак, погнали. Я зашел на свой канал, и на главной странице есть вот внизу вот такое окошко «Недавние действия на канале». Мы нажимаем «Подписчики», и показать всех подписчиков. Это люди, которые подписаны на мой канал. Вот здесь вы видите количество подписчиков у этих ребят. Появился у меня новый подписчик. Дата оформления подписки 9 апреля. Совсем недавно. American Kinder. Давайте посмотрим, кто это. Ага. То есть галочка есть, а на канале всего лишь одно видео. Но я думаю, он скрыл по каким-либо причинам. 52 миллиона! Ребята, 52 миллиона! Hey, hello! Candy, 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 candy! Ну это, короче, YouTube Kids, wow. Детский контент. Kinder Surprise. Этот контент рассчитан на вообще международную арену. Круто, я очень рад видеть American Kinder. Спасибо за подписку, бро. А давайте мы выберем интервал за все время и посмотрим, кто был на меня подписан когда-либо, хоть там один день, два дня. Все это мы сейчас увидим. Погнали. Итак, на первом месте у нас подписчик Домер Гриф, у которого 2 миллиона 900 тысяч подписчиков, был подписан 28 ноября 2018 года. Давайте посмотрим, кто это. Ага. С момента появления цивилизации... Летсплейщик. Бро, привет, если ты меня сейчас смотришь. Это круто. Просмотры охрененные по миллиону. Так, на втором месте канал под ником Газ. Тоже 2 миллиона 490 тысяч подписчиков. С просмотрами хреново на канале для 2,5 миллиона подписчиков. Ну, канал посвящен, короче, развлечениям, разным таинственным, интересным фактам. Двигаемся дальше. Creative 7 Play. 1,660,000 подписчиков. Подписан с 2021 года. Кстати, Газ был подписан с 2016 года. Creative 7 Play. Тоже всякие летсплеи я здесь вижу. Просмотры, ну... Неплохие, нормальные. Погнали дальше. Виктор Блуд. У него 1,660,000 подписчиков на данный момент. И да, я на него подписан, потому что это очень крутой чувак. Виктор, привет. Как-то совместно тоже хотели снять ролик, но все никак не получилось. На улице с подходами к людям. У Виктора всегда неплохие просмотры. 300, 200, 100, 500 и... Здорово, очень классный чувак, советую вам подписаться. Этот пацан умеет красиво улетать. Дальше. TheVovka.com. Подписан с 16 года. То есть уже 6 лет. 1,100,000 подписчиков. Так. Чему же посвящен канал? Самоделки и лайфхаки. Здорово. Просмотры тоже, кстати, шикардосные. Вот видите... У некоторых каналов может быть 3 миллиона, а просмотры там 5 тысяч, 10, 20. А у кого-то миллион и 200, 300. Давайте-ка я даже подпишусь, потому что это мне интересно. Рад знакомству, Вовка. А дальше Уфу Берн. Так, тоже летсплейщик. Что-то много летсплейщиков меня смотрят. Далее, и шутим богат душой. 423 тысячи подписчиков. Так, а вот это очень классный канал. Я вижу, занимается поддержкой пенсионеров, дедов. Поддерживаю, подписываюсь взаимно. Сережа Кочерженко, 419 тысяч подписчиков. Тематика рыбалка, кстати. Вот берите на заметку, какие каналы можно открыть, на какую тему. Вот летсплеи, лайфхаки, интересные факты, рыбалка. Здорово! Здорово, просмотры тоже есть, более-менее, жить можно. Далее, я рыбалкой сам не особо увлекаюсь, не так интересно. Hall of Shame, 350 тысяч подписчиков.
16-го года подписан. Солидно. Так, по просмотрам, конечно, ужасно. Ну вот, последний ролик был. Волкова мне вообще не нравилось никогда. Бывало такое, что там мы в магазине там стоим с Никитой, и ко мне подходят девочки, падают на пол, начинают кричать. Таня Волкова. Таня Волкова! Ну тупее, ну реально все тупее. Экс-ютуберка, исполнительница песен. Да, да, с Ютуба. У меня накопилось очень много денег. А сейчас я не знаю. Сейчас я по-настоящему почувствовала, что я действительно хочу переехать. Да, у меня уже все, уже не было канала, все дела, у меня прям началась такая новая жизнь. Понятненько, давайте дальше. Заканчиваем первую десяточку подписчиков самых топовых. Владелец «Жигуля», подписан 2020 года, 339 тысяч подписчиков. Тоже прикольный канал. Давай, поехали. Просто выкладывает то, чем горит, «Жигулями». Дальше, давайте посмотрим вторую десяточку подписчиков. «American Kinder» мы уже посмотрели в начале. «NS TV» 268 тысяч подписчиков. Неужто это ты, бро? А я тебя знаю. Это друг Нилетто и еще многих других блогеров. Пикапер. А, вот, я вижу, пикап плохой гитарист с Ромой Смайлом. Вот еще 2 миллиона. Здорово. Крутой чувак. Надеюсь, спишемся и что-нибудь совместное попробуем снять. Как развести девушку на ЖМЖ? Как развести девушку на ЖМЖ? Две девушки, один парень. Пика. Мечта абсолютно любого мужчины попробовать двух девушек в постели. Сегодня расскажу тебе, как это сделать легко и просто. Приятного просмотра, ставь лайк и поехали. Ага. Так, далее. Hot Studio, 264 тысячи подписчиков. Блин, давно уже канал не ведется. Any Monster, 241 тысяч подписчиков. Роликов практически нет, канал тоже уже давно не ведется. Очень жаль, что такие каналы забрасывают люди. Ютановский женский хор, 240 тысяч подписчиков. А вот это уже... О, красотень. Жаль, что микрофончик хреновый. Ну смотрите, 2 часа назад, 2 дня, 2 дня назад прям активненько выкладывают шорты. Ну молодцы, молодцы. Продолжайте. Армейский «Быль и байки», 220 тысяч подписчиков. Это из... Оригами Стритс. Оригами Стритс. Канал, в принципе, продолжает жить. Существовать. Просмотры, конечно, маленькие, но вот из бумаги делают. Берите на заметку. Сегодня вы можете взять на заметку идеи каналов, которые мы сегодня посмотрим. На какие темы вообще создают каналы, что снимают. Вы можете взять себе на заметку. Сергей Автоинструктор даже на меня подписан, прикиньте. 198 тысяч подписчиков. Ну, здесь, наверное, побольше можно просмотров иметь. Ну ладно, успехов. Погнали дальше. Конфуз, ребята, артист Конфуз подписан на меня. На самом деле это мой ученик. У нас даже есть переписка в Инстаграме. Он мне выражал благодарность за те уроки, которые я бесплатно выкладывал на своем канале. Многие артисты по типу Анет Сай, Конфуза, Камбулат научились играть именно по моим урокам. Я вот этим очень сильно горжусь. Конфуз — это чувак, который хиты просто клепает один за другим. На этом канале я вижу нет основных треков его, которые взорвали. Но если мы вот так наберем... Но если мы наберем вот так, то увидим... Клипы на 51 миллион просмотров. Кайф, ты поймала. С Мия Бойко есть 11 миллионов. Короче, ира-та-та. 60 миллионов. Даже мой коммент есть. Приветствую всех, комнатный стриз. Микки. Я не знаю, как называется этот жанр, но он играет с настоящим рулем. Кузьма Болотов, это, я так понял, гармонист. Здорово. Думаю, у всех была такая ситуация в детстве. Шокер Воут. Тут, короче, танчики, канал, посвященный танчикам. Просмотры, ну, терпимые, терпимые, жить можно. Chill Out Man.
Я даже подписан, да, вы его знаете наверняка. Никита SXB, пиано, тоже кавермейкер, на пиано играет. У него есть хороший просмотр, я помню. Ролики набирали. Ну, жить можно, короче. Так, Оскар Дроид 112. Этих лучшие армейские дворовые песни. Андрюха. Двигаемся дальше. Евгений Феч, Зума. Фристайл реакции, тоже крутой чувак, я подписан на него. 5 минут за 5 минут. Двигаемся дальше. Все меньше и меньше подписчиков, их все больше и больше. Ансамбль «Злачное место» — это наш казанский ансамбль, очень крутой. Понял. Дубликат, Меркурий, Народный бизнес, Learn Music, Ru, оба. Я помню этот сайт. Канал, точнее. Видите, на тему губной гармошки. Вот здесь много уроков. Вот где вы можете научиться играть на губной гармошке. Заходите. Трансляция уже один год назад последний раз была. Печально. Здесь и Александр Зилков. Александр Паклин, который тоже играет на губной гармошке. Полезный канал. Заходите, изучайте. Двигаемся дальше. Ильдар Гимадиев, Варганы, которые с Мацони. Казанский или уфимский парень. Павел Бабич, друг Игоря Войтенко. У нас есть видео, которое я не выложил. Если хотите, напишите в комментариях, я выложу. Где мы в зале Road to the Dream, который уже не существует, тренировались вместе. Я приехал взять интервью у Игоря, но он не появился. И уже в этот момент он уезжал в Америку, улетал. Но Павел просто машина, очень мощный чувак. Напишите в комментариях, кто вас удивил прямо, когда вы увидели в моем списке подписчиков. Поставьте лайк, обязательно посмотрите основные ролики, связанные с гитарой, баяном, чат-рулеткой в описании. Не забудь подписаться на мой телеграм-канал, много интересного там. И увидимся, пока!